Спрашивайте еще, еще спрашивайте. Думаем вообще. Видно? Мне понравилось. Юбилейный сезон Лиги КВН в сам году. Лучшие команды, звездное жюри, крутые розыгрыши и призы. И погнали! 4. Что у вас за команда? СГК СТД. А это где такой СГК? Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Открой тайну, пожалуйста, они сами шутки пишут. Конечно. Может, там есть какой-то секрет, какая-то фишка? Мы отпетые колледжисты. И вот и вся фишка. Смотрите, вот стоит с бутылкой. А что у вас за спиной? Одежда. У него там запрещенная штучка, которую нельзя проносить на финал КВН. Блин, это что, водка? Это вода. Тут написано «славянская водка». Я читать не умею, мне сказали, что это вода. Немного не пей. И это не водка. Да ладно, ты что рассказываешь? Ну, правда, водка немного отдает. Меня. Маш, ну смотри на наши майки. КВН Волжане. Волжане, они сам ГТУ. Мы сам ГТУ. Собственно, мы на КВН. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Как ваши дела? Здорово, класс. КВН объединяет политехи. Что меня для вас КВН? Все, вот эта сцена, этот зал, этот запах ваших духов. Все, для меня КВН это все. Ну, у тебя, знаешь, у тебя прям такой стиль, смотрю, пиджачочек. Я преподаватель нашего института. Да вы что? Блин, это так стрёмно. Если снять пиджачок, то будет все отлично. Я просто бы заболела. Вы счастливы? Очень счастлив. Просто последние 20 лет я стригся у тети Люды возле дома. Я понимаю, что это была ошибкой. А теперь Алексей стрижется у братишки. Вы знаете, что это 10-й юбилейный сезон? Серьезно? Да. Это поэтому все так масштабно. Отбивочка. Мама, я танцую под нашу басую. Папа, не жди. Вот все же бабушки. На самом деле очень хорошая игра. Тут КВН такой определенный. Какой он должен быть КВН? Душевный. И политех, вот, в принципе, вот такой душой и обладают все финалы. Политех крутые. Мне третий раз дали диплом лучшей актрисы. Я теперь лучшая актриса в Кубе. Вы как-то планируете высшую лигу, я так понимаю? Да, конечно. Высшую лигу мы планируем. Высшую. И самое главное, вперед и только вперед! Почему у вас в команде одна девушка? Потому что это не девушка, это мечта. Ну и у нее просто наши паспорта. У меня нет второго подбородка. Нет, давай. Вот и закончился 10-й юбилейный сезон Лиги КВН. Но не расстраивайтесь, есть еще 11-й. Приходите в следующем году.